Если хочешь, можешь подержать ее у себя подольше. Спасибо, ну я куплю себе новую, возьми. Собираешься делать уборку? Люблю, когда женщины занимаются уборкой. Северный. Ура. Там как раз комната муми-папы. Прекрасно. А я вымою посуду. А Холсочка мне поможет. Так, однообразно. А почему все должно быть разнообразным? Хемуль всегда Хемуль. И с ним всегда случается одно и то же. А с старыми умлами иногда случается, что мы быстренько куда-нибудь уезжаем, чтобы не делать уборку. Но только не в этот раз. Неужели ты никогда не переменишься? Да уж надеюсь. Тут становится холодно. Вот-вот выпадет снег. Вы знаете, я думаю, что это было очень полезное время. И я надеюсь, что когда-нибудь мы снова встретимся здесь, вместе с семьей Мумитроли. А это возможно? Ну, конечно, возможно. Но, во всяком случае, скажи, пожалуйста, что фарфоровая ваза от меня. Хорошо. А, Снус-Мумрик, а какой марки твоя губная гармошка? Гармония 2. Спасибо. Снус-Мумрик, вот тут вот мое стихотворение. Ну, это, знаешь, скажи мне, что есть счастье. Я подумал, может, когда-нибудь ты сможешь положить ее на музыку? Возможно, но сначала моя песенка о дожде. Я вчера нашел 5 тартов на берегу моря.